Ничего. Нет, я знаю, как выглядит Курума, я имею в виду, на что она похожа. Просто Курума это же такое. Редер, заходишь? Скинь, пожалуйста, еще раз. Там, понял. Ксернобок, у меня гиквейп. Гиквейп у меня дудка. Именно к самой вот этой хуйне вопросов нету, к баку вопросы имеются. Блядь, а что через телефон? Зевс вроде бы называется вот этот бак. Что через ком только она? У тебя должна смс-ка висеть, по-моему. Его сообщение. Не рекомендую. Нету, нету ее. Через ком только пришло инвайт какой-то. Но это я в его лобби захожу сейчас. Хули, я в больнице, блядь. На катку. Нет, не пиши, ты входишь. А вот ты зашел. А, да? Ладно. Я а, вот, и я зашел моментально, прям сразу. Бать, круто. Ладно, похуй. Так, патроны, боезапас. Никотиновая жижа, ну конечно, 13-й, конечно. Если я, блядь, калики нахуй хуярю только так, то зачем мне без никотиновая жижа? Зашировли, что ли? Нет, Джей, это вообще хорошая тактика. Я тоже об этом думал. Я знаю, Sunrise. Потому что эти черти по категории смотрят. И Sunrise это модовый. Вы про тачку говорите? Курума это Lancer 10, да. А, да, это, ну, значит... Есть Sunrise еще такая тачка, она, значит, модовая. Радос, ты че расстрелянный, блядь, я кто расстрелял? А, хуй знает. Пострелялся там. Да нет, 13-й, я просто меньше сейчас калик курю. Я сейчас калик курю в основном, когда Кинаук проходит. А так как он проходит раз в неделю или раз в две недели, ну, сам понимаешь. Ай, пацаны, первый раз прохожу это ограбление. Новичок. Но это ж третья, да? Да. Ну, именно, которая по порядку. Кайф. Кстати, да, смс-ки не было, этого оповещения не было, что если вы начнете это ограбление, сбросится порядок, все по порядку. Значит, все нормально. Да. Хуя, тут 5 типа задач аж будет. Да. Хуя себе. Один из вас будет делать эксчейндж, один из вас бодигард, и другие два будут лукаутами. The armored 4x4s belong to Meriwether Security Consulting, which belongs to Don Percival, who is running Humane Labs. You'll find the Meriwether Insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. We never met. Я сегодня в такую голосину проорал, когда Фендей сказал, что они типа проходили без смертей, и у них что на последней миссии на мини подорвался. Ебать, обидно. Знаешь, откуда тянка с первого задания? С первого задания? Вот это вот? Чё-то не помню, если честно. Ой. Так, я кто кем хочет быть? Мне телохранителя поставил, я согласен. А третий, покупатель-телохранитель, они будут снизу? Базарить с этой девкой, а мы будем прикрывать. Я жуликом буду. Бля, я бы зашел бы внутрь. Радос. Но там не внутри будет, там мы на парковке будем стоять. Я просто играл, типа, я был уже сверху. Чего? Что ты видишь, извини? Прикроешь сверху? Ну ладно, похуй. А что должен сделать? Ну, типа, поменяй команду на из покупателя на телохранителя там, или на пустую. Покупатель, а телохранитель это тот, кто снаружи, да? Да, да. А, дозорный юг похуй. Есть, да? Да. Дозорный юг. Сделаю. Прейри, блядь. Пойди. А, вот этот. Готов. Не бойтесь, все в одинаковых костюмах, кроме Реверенда. А все жулика выбрали, да? Да. Я ловкач. Где моя малышка? И у вас тоже ловкачи. Не, у меня жулик. Не, у меня жулик тоже. Кто со мной на Инфернусе? Ну и ладно. Радуга поедет со мной. Садись, Радос.
Я на своей, Миша. На ебаный враг. Нахуй мне твоя тачка, блядь. Я нахуй в ветер все попал. Не знаю. Так, что там даете за место сбора мне? Машина, которая как у тебя, она такая, бля, противная, пиздец. Инфернус? Да. Бля, не знаю, ламба. Чисто. Уродская просто, Уродск. Был бы город похож на эту машину, это был бы Уродск. Ну и ладно, она быстрая. Во, вот у Арсения, блядь, я купил Супру, нахуй. Да. Супра. Так, отряд, занимайте позицию. Из это Супра. Ой, я ж здесь купил себе эту М-ку пиздатую. Будем тут хуярить, вон, да? Смотри, какая, блядь. Не, пока не чисто хуярить. Из лефтика такая чисто. Крутая, блядь. Открываем, да? Я еще глушак не ставил, она нормально шлепает так. Если что... Пацаны, я если что буду вот это, салюты пускать. Хорош радос. Минус 5%, хорош радосик. Хорош, блядь. А при чем здесь это? Миссия завалена. Причина кто? Не, радос. Бля, ну радос, ну ты че, блядь? Я против. И шла лишь по этот, по смерть. Я считаю справедливо, что завалил при любой причине. Да, да, да. Бля, ну я специально стрелял, что я предполагал, если миссия завалится, но я же не умирал. Вот мы вчера вот мы с Реверендом вчера сдохли, что мы там, ой, да беме, уверенно взяли. Дело. Ну, бля, ну, мы заруинили миссию. Нет, 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 шло речь о... Блядь, я даже сказал, кто умирает, тому минус 5%. Бля, ладно, давайте пуски этому простим, но если заруинил миссию, это минус 5%. Неважно, красиво. Умер, блядь, вот это проебался там что-то и так далее. Ах ты, блядь. Блядь, теперь мы без тачек будем. Вообще. И уебывать. Да? Да, это правда. Бывает, бывает. Да, это правда. Да, это жестко. А прикинь, реально салют такой в честь последней миссии, блядь. Не, ну она ж бессмертие по факту на заваленных. Не, да. Же... Не, мне кажется, это не тоже... руинит, мне кажется. Там есть такая галочка без быстрых перезапусков, по-моему. Да, да, да. Жестко. Да честно, похуй, я кайфую больше от прохождения по факту. Ну да, да. Бабки вот эти, все это. Не, я бы от бабок не отказал. Мишаня от бабок не кайфует, поэтому предлагаем ему 0% дать каждому. Не, ну мне уже тоже надо будет потом говно покупать. Арсений предложил поставить Мише 0%, согласен? Какой банк? Не грабили банк? А, это девка Ника, это Мишель, нихуя себе, блять. Похуй вертел ее жизнь. Через Сэмка стою, блядь. Хуя, мы чё, ебать, мы ФБР хуярить будем? А чё, я с двухстволкой, блядь? Побежала. Ну сразу видно подготовку, как бы. Ай, блядь, нихуя. Да ебать! Ебать, пацаны, мне броник разъебали уже, нахуй. Ай, блядь. Ай, блядь! Сзади зашли, парни, аккуратно. Да, а, да, там сзади. Же можно быстро, блядь. А, так это сзади ебашут, потому что, блядь. Я говорю, сзади зашли, аккуратно. Блядь, пацаны! Я убегаю. Ну, там бы этот броник. На бронежилетов. На ви, блядь. Там ви быстро, да. Так это имба на самом-то деле. Раньше это было, блядь, только... А, пока что нам? Надо обороняться. Ликвидировать надо. Все нормально, блять. И пожранькали еще, нормально. Пиздец, блять, душат нахуй. Душат. У меня броников нету, блять. Хардкор радос. Все, надо уезжать. Все, надо тачку. Ага. Вот я взял четырехместную. Блин. А нахуй там четырехместные? Ну, чтобы отстреливаться, не знаю. Ой, пригнись! Блядь. Я бронежилет должен надеть. Пацаны. Всё надел. Давай.
пиздец. Ай, блядь, все равно просто... Вот же он. Не, ну Родос, честно, ну это как бы, конечно, блядь. Ты думаешь, от судьбы уйдешь? Да ну нахуй. Блядь, да броников, сука, не было ни одного. Хорош Родос. Только как мы 5% Родоса будем делить? Ну, и что тут за фейлит? Если нет, то хасту очередь. Три раза. Нихуя себе. Три раза зафейлит, блять. Вот и будет вам нахуй. Устраивает. Тому, у кого больше всего платин будет, тому и 5%. Нормальный мантик. Ну, блядь, записывай так. Нужен смайл на минус 5. Да не, вот эта красная кнопка не выхода из рейда в Тарка. И вот эту юзайт. Может, 15 снимем просто? Пукси не было. Не, ну Рада, зачем тебе деньги? Блядь, конечно. Ты ж Гетер, блядь, купил. Пацаны. Так, я сразу подгоню сюда тачку, блядь, которая, за которой можно будет это, дефаться. Сначала сюда. А вон она стоит. Да не, дефаться. А, это не дефа. Бля, Кастелин, не забудь скипнуть или можно? Здесь можно. Да можно, надеюсь, да. Бля, ну на этой крыше уебанская крыша, пацаны, честно говоря, блядь. Да. Лютая хуйня, блядь. Просто не крыша, а говно. Пососамба, нахуй. Бля, ну, я вообще было, за ящик сюда сяду, во, блядь. Пиздец, метр отошел от позиции. Блядь, так... Ну ладно, я тут не буду сидеть, блядь. Бля, Сеня хорошо сел, нахуй. А я зад тогда буду прикрывать вот тут сразу. У нас же катсцена будет сейчас, один хуй на СТПшник. А, блядь, что за хуйня? Нет. Прибытие звезды. Нормально. Вот, это вот хорошее, у нее борта. А вот, не приехали, блядь. Можете просто реально с гранатомета сходу по ФБРам сам ебануть. Вот я уже сижу. Ебать нельзя. А нельзя скипнуть, да? Ну походу. Посмотрим. Что же тут будет, а? Бэнг. Бэнг. Так, чё? А будь я за тачкой сразу буду, что ли, блядь? Если я сразу за тачкой, это хуёво. Да-да, тебе это бешено. Блядь. Да это пиздец, потому что тут нахуй отстрел ебальника просто сходу, блядь, с нулевой. Хорош. Спускаюсь к вам на помощь. Давай. Ай, блядь. Я чё? Ох, нихуя. Уже полная найс. Это что я взял? Рева, отойди. Только бог взял, вы ебанский, если честно. Бать, просто... А выносят броню? Пиздец, как жестко, блять. Блять, я не могу надеть ебаный броник. Может, нету его у тебя? Есть. Все, чемодан есть. По коням. Вот здесь четырехдверная есть. Ну или садитесь, как кто хочет. Садись уже просто, садись. Мне похуй, вот я вижу тачку, блядь. Ладно, я с кейсом не поехал. Зион вот вижу, что это такое? Это да, процессор. Да. Так, вот эту семейную надо брать, надо короче. Съебывать, съебывать. Да, Мишаня нахуй сел, ебаный. Бля, старик, я на этой тачке однажды так от копов съебался, ты бы видел, блядь, в РПшке. Это, блядь, достойно было фильма. Где-то даже копы? Клип, блядь, до сих пор есть. Копов нет. А, кстати, так изи вообще получается. А где его достать надо? Под земку? Под земку. Сейчас доставляю. А там закрыто, что ли, с той стороны? Ну я что-то не увидел заезд. Остались фризы, сука, я уже думал, не остались. Нет, закрыто. А нет, закрыто, ебать. У меня вот показывает, что сюда. Всё, ну вот, зайти надо. Я уже доставил.
Да, просто с этой стороны закрыто, тут два входа же. А. А нам тоже нужно вниз, что ли? Ой. Фух, жестко, пацаны. Жестко. Опять рево платину пиздец у чара, блядь. Заслужен. Да хуя FPS и Шепард, но мне кажется, не в этом проблема. Бля, да изи Галагери. Дайте мне тачку, я сниму на нее обзор. Галагери, топаз, блядь, ну что ты наделал, а? А салют где радуга? Хо-хо-хо. No. Ошибка присоединения к сеансу GTA 5. Ну ёб твою мать. Так, а я в своем лобби, да? Да, я... Да, я проебал 5000, пиздец. Ой, а, меня всю жетку, блядь, загрузило. Шо, блядь. Так, тихо, отстань от меня, женщина. Меня пацаны на ограблении ждут. Как старый из Red Dead 2 с Пинкертонами судились. Почему? Авторские права на Пинкер? Пинкер, блядь. Пинкертон, да. А кто это? Ну, помнишь копы, которые... Ты играл в РДР? Не. Да, не поймешь. Понял, Шепард. В смысле, в этой сессии максимальное число игроков, блядь. Хотите занять очередь, что? Ну да. Да богу, на сессию. Какой вкус паришь? Ты уже создал Арсений. Там клубника что-то, ну, клубника, создаю. Арбуз что-то такое. Миша, в любую сессию зайди, главное. Угу. Ну вот, куда-то зашел. А, ну я в онлайне, но просто жду очередь в полную сессию, блядь, почему-то. Пришло? Да. Да. Ага, все, я тут. Ты свою купил или Уруза отщемил? Не, свою. Уруза другая у него... Она меньше. Ну, блядь, по итогу у Руза она кажется типа неуверенной, но по итогу, блядь, она в выигрыше нахуй. Она не протекает, удобно все менять, блядь, типа все как надо. А это вроде кажется понтовой, но бак а, вообще, бак уныние. Бля, надо было реально броников купить. Ебаный. Да не, универ, мне кажется, не в этом дело. Да похуй. Дам. Не, одноразки вообще беда, финишер. Так, легкий боевой есть, минималистичный. Я скрытный. Минималистичный ловкач. Легкий боевой буду. Вот такой вот чисто, не знаю. Вот такой вот, нет. Вот такой вот охранник из пятерочки. Усы эти через балаклаву. Да, да, да. Да, да, я напомню. А, тачка другая была, мне казалось, похожая. А по пути можно заехать броники купить, блять? Ну, да, я думаю. Можно. Ну, у нас тут недалеко вроде бы этот есть. Недалеко? Проверю. Ну, вот тут у кубов где-то. Ну, за кубами там. Угу. Ну, где мы были, да, можно. А что, у вас, пацаны, броников дохуя? Ну, у меня нет, 7, я поехал что? На броники. Ну, если я не знаю, но мне не кажется, мне хватит на одну миссию еще. Попробую потом, короче, кадры ограничить. Шеф, нахуй, броники давай. Потому что у меня типа 160-170 кадров примерно. Не, там только один броник можно купить. 6 можно. Не, меню-миссии, меню-миссии. Ну вот, блядь, у меня ноль броников нахуй оставалось, кстати. Так что нормалды. Бля, отстойно, что типа не держат выше кадры, только 144 типа условно, ну если в этом проблема. Моник-то 165 герц. Здорово, сачок.
Да как же в этой ашке охуенно по шоссе кататься? Да. Я тоже обожаю кататься просто на машине. Это ашки. Так финишеры с пары покупать, это же вообще хуйня. Раз в неделю полторы, там две его меняешь и все, а так они же недорогие. Здорово, висит. 40-90 не держит, ты ебать, ты шо, у меня не 40-90, старик. Я же не игрок в станцию 13. А что мы делаем, блядь, это я проебал? Броники надо украсть, две штуки. Так, масочку. Хотя мне ехать 3 километра еще, ну ладно. Но мы не будем заходить пока. Угу. Ой, они уже тут на КПП стоят. Рос, блядь, 4-я GTA-шка? Да. Не знаю, Спадор, стрим держит заебись, это самое главное. Не, ну, если бы, условно, у меня появилось 40-90, я бы Моник себе новый брал. Потому что 40-90 без 2К Моника, ну, это хуйня вообще какая-то. Это реально, она у тебя в полсилы работать будет. Хочет кто за пулемет сесть на машине? Да, у нас эмки же лютые, ты чё, блин? Ебать, woman moment. Давай сяду. Давай, Рэд. А заходим? Как у тебя пулемет-то, блядь? А. Вот на H залезь внутрь. Чё, поехали? Поехали. Работаем. У нас, блядь, буквально точно такой же, блядь, броневик. Ха, как мы сейчас пиздить будем, да? Ну тупые, блядь. Не могу пушку опустить. Ладно, их там два. Ай, блядь. А где прицел, нахуй? Как прицел войти? Колесиком? Да нет, блядь. А во. Странно. Да вы со всем забирайте, а мы будем вас прикрывать. Давай. А, я УЗИ выбрал? Там, если да? Что, броники и аптечки вон лежат. У кого-то нет армора. Вертолетом. А чё мне постоянно оружие меняет на калаш? Ты его, наверное, с трупов подбираешь? Нет, наверное, хотя хуй знает, да не. Хочется, блядь, чтоб с этой эмкой охуенно я был, а постоянно калаш, блядь, берёт. Пацаны, что там меня тут ебут? Вы где? Едем. А, так они не бронированные, ну и они, кал, блядь. Да, они да. Не бронированные, там ебут у них только так. Хотя окошечко и маленькое, но боты в GTA засовывают мое почтение. Бля, у меня уже армора нету. Притормози, притормози. Мы вперед поедем. На, с иксом катайся, Сеня, просто. Икс типа зажимай. Да-да, я понял, что там пригнулся. Не, ну честно, помогает не на особо больше, но шанс есть. Ладно, я вроде съебался. Я другой дорогой просто поеду. Хорошо. Блять. Бля, уроды, а? Ой-ой-ой, бля, я не хочу минус 5, мама! Блять, а походу сейчас я бы получу минус... Пизда, я 100% сейчас получу минус 5, пацаны. Я на... Без шансов? Да, бля, по ребрик нахуй не пробился. Блять, а куда меня ведет дорога приключений? Бля, надо где-то заныкаться, короче, выйти по Шурику. Блять, а что, они все за мной не броник, блять? Не-не, у нас тоже есть. Ну, у меня. Да, блядь, каменюка ебаная, не. Так, все нормально, броник напялили. И уебываем. Во, хорош, у пацаны с пулеметом вообще красавчики. Давайте Арсений, может, подождем, чтобы давай. Ну, давай. Нормально. Короче, ебать, а сколько нам. За вашу работу мне нужно плюс 5 обратно. Ху, ты там, блядь. Там, блядь. А мне за эту машину нужно все 100, получается. Пацаны, мне за мои навыки вождения тоже плюсик надо. Да, мне за то, что я не выебываюсь, тоже пятерочку бы накинуть.
Итого сколько? 150% надо. Каждый. Миша, они вообще тачка без пулика. Да, а у тебя с пуликом? Да. О, нихуя. Блять. Блять, хорош, Зеля. Пизда, ну я уже нахуй без брони, блять. Ей будет очень больно. Видишь тачку такую, джип, блядь, поднятый, сразу издалека надо ебашить. Сосать, уроды, блядь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это было опасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Понял. А, ну последних надо добить, которые сзади. Это Ниша, ты не побежишь. А, вы нахуя? Ебать, я думаю, кто там по мне спереди хуячит, блять. Бля, пацаны, мне очень больно, можете ебнуть их? Да они тут везде едут, спереди, блять. А, нам разобраться. Блять, пацаны, чуть нахуй минус 5 не сделал себе. Помогите! Помогите! О, хорош, хорош. Все? Фу, ёб твою мать. Решето нахуй. Чё дальше-то? Я не знаю, Сене надо привезти. Подъехать, я, блядь, стоял просто не там. I tell you, we only need one of these. Other ones are spare. You're gonna be going in the one without a gun, don't wanna draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in. Merryweather won't notice a difference. Так, они на второй, надеюсь, пулемет-то поставят. Мы возьмем один, он говорит уже. Тачки хуйня. Он сказал, типа, нахуй. Не, факт, факт, вот там дырки меньше должны быть, это точно. О, ну наконец-то! Ну, нет, Денис, я заработал золото. Мне вообще сигаретный дым вообще супер не нравится. Терпеть его не могу. Мы на легком начале два факапа, а тут чисто сработали. У нас тоже грузится, да, долго? А, да. Да. Загрузило. Мне кажется, опять кикнет сейчас. До дома ехать пизда далеко, бля. Бизнес-хватка, тип оружия. А тут нету типа такси до дома? Вообще есть, должно быть. Есть, даунтаун кэп есть. Только за городом, походу, не едет, да? Или... А, он приедет, да? Только там, по-моему... Ну, ты будешь весь путь, по-моему, ехать сам. А, это охуенно. Мне такой такси не надо. О. Меня загрузило, ну да, меня в ебанину загрузило. А это кто?
А, ну Сеня, Сеня со мной, кстати, здесь загрузился. Повезло, повезло. Да ёбаные столбы, блядь. А тут оружеек нету, да? Ну, там только... А, нет, здесь есть оружейка. Оружейку заеду пока. Да, надо обновить броники. Бонус, как говорится, за безумный трюк. Here you go. Добро пожаловать, Сэнди Шорс, блять, в прямом смысле. Барбежил. Там где въебался в вывеску Сэнди Шорс, блять. Сэнди Шорс, я. Блять, да, жил вроде за байкеров, мы жили в Сэнди Шорс или. Нашел этот вертолет, блять, тут на аэропорте всегда жили, здесь вертолет, парни. Может до дома долететь. Ну я думаю, уже. Я, наверное. Так. А, ну тем более же мы, скорее всего, в разных сессиях. Не, мы с тобой да. В одной. Не, ну мы с Мишаней, да, с тобой, да. Да по факту вам не нужно ехать домой, это ж только мне нужно. Да. Да, просто прокатиться. Тут на самом деле ехать-то недалеко. Мили. Да блин, висит Infernus, это вот самая первая тачка, которую я купил в принципе в онлайне. Там за предзаказ давали дохуя денег. И я купил дом и вот этот Infernus. Но загрейжен у меня до третьих тиров в основном. Где-то четвертый, но... где-то третий. Но не везде нет. Открыт четвертый, потому что я не сотый левел. Не знаю, он нормально валит, блядь. Я сюда ворон переключалась уже последний. Чаще что здесь нужно типа, чтобы тачку апгрейдить, нужно пойти левела. Уровни, да, или выигрывать, да, да. Нахуй в этих гонках ты, блядь, заходишь, у тебя там 20 поражений, 20 выигрышей, там 100-200 поражений, блядь. Да, ебать, 20, я там, мне кажется, 5 выигрышей от силы, нахуй. А я что-то ближе к 20-ке вроде бы. Потому что выкидывает из сессии, нет, ну типа мы зайдем один раз в сессии, сыграем хейст, и нас потом выкинет разный. Поэтому мы не заходим в одинаковые. Ну не знаю, Вуран. Вот ты, например, Вуран, смотри, не играл в какую-то игру крутую и делаешь это позже. Вот мы так же. Я не проходил ограбление в GTA 5. Вот. А плейлисты в GTA-шке это, в принципе, одна из таких супер веселых вещей, в которые всегда охуенно собраться. Второй ковер. Да я так сказал, типа, среди сотни других кооп игр, ну давай там 10 назови, ну, вот кооп игр, в которые вот мы сейчас вот все бы такие искали, да, да и пошли. Скажешь, что так 10. Честно, я даже 5 не назову, блядь, okay. Сейчас. Ну да, ну не скажешь. Так. Откуда мне знать, во что кто-то хочет играть? Вот, и мы также. Мы собрали тех, кто хотел поиграть, и пошли. Форцы в червей, кроме меня и Сандея, мне кажется, никто не захочет пойти играть. Недавно уже пытались собрать. Форцы я не особо хочу. Лазака на зоне. И один другого спрашивает, ты за что сидишь? Он говорит, я форточку открыл. За это же не сажать, где ты ее? На подлодной лодке. А по нове ничего нету. Ладно, сейчас. Лежат два зэка на зоне. Так. Один другого спрашивает, ты за что лежишь? А он? Он говорит, что форточку открыл на подводной лодке. Что, за это закрывает? Я думал, он умер, блядь.
Это уже другой анекдот. Ну, Илья, видишь, Deep Rock Galactic такое, Vermintide 2 пробовали, игра хуёво работает, вылетала. Не получилось сыграть. Endless Legends, хуй знает, что такое, на Epic, ну хуй знает. Не, ребята, я что-то Deep Rock Galactic вообще не хочу. Вот я в Deep Rock поиграл бы вот эту игру, которая типа Vampire Survivals будет, но она вроде на телефоне будет, и на телефоне, в принципе, заебись. Да, ну, не знаю, мы играли просто в Deep Rock. Ну, мы поиграли, бля, поиграли, ну и все, типа. Пожалуйста, все по одному разу. Не, Warzone, не, Draftmail, не-не-не-не. Может, какой-нибудь несчастный случай произойдет. Кто его знает? Да, я надеюсь. Да, может, задай кто-то кого-то случайно. Да, или гранату кинет. Бля, а если трое умрут, а один не умрет, то что, каждый бы 5% скинет этому типу? Ну да. Получается так. Ебать, это у всех типа будет там, то сколько, по 20, а у чела 35. По 20? Да, у него будет 40. На, 40. Охуенно. Даже больше. Чисто на тачку новую. Thing is kept on a plane, the plane is kept on a boat, the boat is kept in the ocean. All very simple, just borrowing something off the government, like a library. Мы чё, самолёт будем пиздить? Украсть истребитель, да. Бля, жёстко. EMP, sell the plane to fund the rest of the operation, write out the late fees, easy. After that, you need to deliver the EMP here, we're gonna borrow a helicopter from here, and we should be good to go. All right? Great, good, call me. Потом вертолет воровать, а потом уже все. Сложность. Да, сложность. А все будем воровать истребители или один? Один надо украсть. Нет, все человеки будут или кто-то из нас будет это делать? Ну, кто-то из нас, да. Бля, мне нравится вот этот костюм. Чисто такого. Летчика. Угу. Охуенный. Ладно, похуй. Фэшн Вик, блядь. Это маньяк из ДБД, блядь. Ой, блядь. Ой-ой. Опа. Ух. Награда. Нормально. Просочись. Так, а может там же GPS выставить на лодку? О, опа. Кайф. Если я буду ехать с Родосом, Родос нахуй ебёт тачку, но сам не умрет, но при этом умру я. Это с какого процента? Ты, ну ты умрешь. Бля. Не следил за едой, типа. Сука. Вспомнил, блядь, как Крамера в зомбойде нахуй убил, врезавшись хуйню какую-то. Блядь. Ой, блядь. Бля, с Димасом в игры раньше же играли, ёбаный бобаный, а. Опа. Спиздила руля у тебя перед носом. Да, так я не залетел.
дверь моей тачки сама открывается, закрывается, блядь, от волны. Все, погнали. Это этот, что ли, как он называется? Авианосец. Авианосец, да? А он там всегда, типа, или он только во время миссии на карте появляется? Мне кажется, во время миссии... Он всегда только... да, есть тоже. Фига, жестко. Ну, нихуя, блядь. Даже не видел его ни разу, блядь. У него там ПВО установлено, если летаешь, то он тебя сбивает. Хуя, прикольно. А если подплываешь, то ебашит тебя. Не, если подплываешь, то нормально. Там, иногда... там надо тихо подплывать. Ну, на лодке или на скутере. Там иногда бывают ивенты на открытой карте. Туда воровать можно припасы какие-то для, для предприятий. Да, жестко. В смысле, шутник, что все эти люди? Ты шо? Вот же они, слева направо. Известные всем. Радос, Арсюха, Мишаня Графон, а Реверент. Ну. Как мы летаем, на. А пиздец, эти волны. Бейст. Ну, как-то реально далеко, блядь. Я просто по волнам ебашиваюсь. Когда волн нету, оно быстро плывет. Да, вот тут, кстати, волн нету, блядь. Трайкарда, нахуй, называется. Да-да, удивительно. Чё с НДМ случилось? Да у него такая же хуйня, как и у меня. Типа, забагался Rockstar Launcher и хуй знает, что с ним делать. А с Андея винду не хочет сносить. Ебало, представили людей, которые тут должны типа работать, а тут не хочет. Охранять, да, там пацаны в PlayStation играют, нахуй им что-то делать. Так, куда нам? Ну вот сюда, вот внутрь. Вижу. Банная лодка, блядь. Дура, не разворачивается. А там вроде бы пробел надо держать. А, да? На скутер точно можно. Бегаем, пацаны. Так, все, работаем тихо. Достал эмку без глушителя. Бать, хуярим военных, блин. Мой звук страшный какой-то, блядь, в РЛ, нахуй. Я тоже на секунду подумал, что мне да, да, блядь. Он прям такой объемный, реалистичный, нахуй. Мне это интересно, а у всех оружие у них, типа, выдают? Нет, конечно. По какому-то инженеру оружие, который самолеты заправляет. Хотя... Купил пачку. Может, какой-то ему дают, знаешь? Оружейный, может, есть он. Ебать. Ну да, да. Никитос, история жиза. Но я только не в магазине покупал, а просто типа... Ну, я гостил у тети тогда в Переславле, и у них были конфетки. Я их, блядь, сижу, хаваю нахуй, и одну из последних откусываю. И внутри тоже, блядь, опарыши какие-то, червячки. Жиза, блядь. Но я такой, типа, ну, ладно. Вот и нас. Съел и съел. Mm. Спасибо большое за сеты, Никитос. Сзади, по-моему. Белок, да. Не, мне кажется, тут вот тут. Лестница должна быть. Тут есть лифт. Во-во, может, да, там у меня. Нужно? У меня. А, ну, тут своих застрелить невозможно, там не дает стрелять. Дороги прикрыли. А тут летать, кому-то долетать будет, да? Да. А какую гоним-то, да похуй? А вон помеченный, я к нему бегу уже. Ну там специальный с этим, с EMP. А. Сука, исчез, блядь. А нам нужно съебывать на обычный.
Ну, по-моему, можете как прикрытие мне организовать. По бомбам и ракетам стрелять? Ну-ка. Блять, так я хочу, блять, Миша, нахуй. Да не, ну я просто попробовал, это хуйня, я сразу понял, что это наёбка, блять. Я его на жопе, блять, попробуешь. Да, Дардос, я сразу понял, что это наёбка, блять. А, по этим МБ? Ебать, вот это не наёбка, блять. А нам разве тоже на самолет? А, блять, нам на самолёт надо? Да, вам меня прикрывать надо. Ебать. Бля, нам на самолёты надо, ёбаный в рот. Это пизда. Сейчас сядем. Ну тут нетрудные типы, блять, они особо не стреляют, умирают быстро. Да и вспомни бы, как на нем еще летать. Ну так же через нум. А у меня нума нету, я, блядь, ебат на другие. Ракеты, главное, выбери еще. Так, Сеня, дай я проеду. Сеня, блядь! Нормально. Блядь, правым стиком или каким стиком взлетать, пацаны, блядь? Ага, все, я понял. Все, я нашел. Свой. А чё они такие быстрые, блять? Ну, давай переключимся на кого-нибудь другого. Ебать, Top Gun Maverick, нахуй. А чем вы стреляете? Ракетами? Ракетами? Да. Блять. Блять, да. Ребята, помогите! Нормально, старичок, нормально. Держись. Меня чуть не взорвали, нафиг я дымлюсь. Ой, походу это. Походу могу не долететь, короче. Быстрее купить. Ну это пахнет 5%. Не-не, ну я же не умру. Да нормально. Только миссия, это че? У нас уже новое правило. Так, ну тогда и Ратус, вот тебе 5% нужно. Ну я что сказал, он просто Пускинс тогда, не захотел вливаться. А, нормально, я учился в этом крузе. Сука. Блин, ну движок глохнет периодически. Нормально, точно там все? Похуй, да. Я могу подсобить могу. Да я там, ну я просто увидел в движке, у тебя там что-то застряло, надо было помочь. Как без самолета я не смогу без движка летать? Конечно, планировать чисто. Ну да, да. Если самолеты даже без движка, типа запускают в небо, ну поднимают и все, они просто летят. Ну рогаткой типа. Как первые самолеты были вообще сконструированы? Люди с горы просто прыгали и летели, да? Так же и тут надо. Я там попадаю хоть по себе, нет? Кто это летит передо мной? Ну да, да, вот и близко был. У меня 1000 денег какой-то только. А, у меня шасси типа было. А, думаешь из-за этого? Ну шасси надо убрать, кстати, да. Да. Синаев. Да ничего, еще, потом еще раз попробуешь подсказать, как шасси убрать. Сука, Радос, блять. Ладно, уже дымится, старичок. Что ты, Радос, молчишь? Ничего, просто. Ебать, мне ракета въебала. Да ебать, а здесь типа нет friendly fire или чё, блядь? Да хуй не знает. Да это не ракета, блядь, это флиот, нахуй. А, блядь, я понял. Хуя, бочка нормально, кстати, сейвит, блять. Трудно было попасть.
Сделал? Да. Можете сесть? Четко. Пиздить истребитель, чтобы спиздить Амет. Ну да, ну а остальное покроет расходы. Он же сказал. Я конфетами стрелял, пацаны, поэтому не взрывалось. Верю. Профессионал. Да ладно, это же не бомба, блять. Ну так забавно, типа открыли там, блять, знаешь, рычагом эту хуйню и достали просто. Да, и достали. Как багаж, блять. Ну то, что 4 типа разъебали весь авианосец, спиздили 4 истребителя, никого не смутило, да? Никто не ожидал. Да на самолет, блять, попросить обратно. Чтобы это, на нем полететь, там на крыльях сесть. Бля, помните, играли в такую игру Battlefield Heroes, блять? Ну это такая мультяшная. Да, мультяшная, и там на этих, на крыльях тоже можно было. А я с дядькой в нее ебашил, меня типа там родители когда оставляли. Я приходил снова там к дяде и к тете в гости, и мы с дядькой ебашили вместе, блять. Кайф был. Ебать, воспоминания открыл на самом деле. Да, вообще пушка. Там скины охуенные были, там из Масухи, там из Dead Space еще донатные. Здорово, Вик. Наверное, прародитель для Fortnite в какой-то степени. Что мультяшная, да, такая игра, мультяшная, типа аркадная. Ну, доступна оптовая цена на гидро, блядь. Точно, вспомнил. Я тоже играл в нее. Пец. Ты вспомнил, конечно, реально. Здорово, Радкил. Не, у нас такая тема, если мищу руинишь, минус 5% нахуй. Радос уже... А, не, Радос запустился, Рева уже въебался. Тут зато броники не потратили. Я потратил. Я потратил. А, да? Ну ладно. Я только зашел, блядь, на виносе, не так ебало разбили, думал, что смру. Кому если 5% пойдут, ну раскидывать потом будем как-нибудь. Радос же помер. Да не, Радоса мы простили, потому что тогда еще это. Нет, или Радос... помер, потом. Нет, а, потом же и... умирал. Погоди, а Рева не въебался, да? Нет. Рева нет. Не, а, нет, значит Радос, да-да-да, точно. Ну, у меня минус 5%. Так, Литос. Да? Да там мистер Кода по 5% же только. В этом и суть. Так, какая же GTA 6 должна быть разъебной? Это бля, просто. Я пиздец. Очень жду, особенно что она типа в тематике 80-х-90-х, прям, блять. Ретро-вейв, вот этот, неоновая там хуйня всякая, старые пушки, старые тачки, бля. Ну, кстати, я не думаю, что она будет в такой тематике. Так вроде думаю, говорили она... же, что будет. Прям тематики 80-х и 90-х? Ну вроде ну, да. А Vice City как раз такая тематика, да? Ну да, да. Гавайские. Мне просто кажется, GTA всегда выходит его плюс-минус в своё время, типа. Да, мне... Ну я ж помню там что-то... Я просто не смотрел типа... сливы. Ну я не знаю, может это фейк сливы были, хз. Не знаю, я бы наоборот, типа вот наше время, ну нахуй оно надо, как говорится. Есть пятерка Watch Dogs этих насрали и так далее, блять. 504, 500, а, это... 501, 502, а только про Vice City и Miami говорили, про время 504. Ничего не было, бля. Да, тоже про время. Ну, просто, мне кажется, они всегда делают, типа, наше время. То есть, нет такого, что они ебашат, там... Ебать! Сука, Васи тачку взял! А, на секундочку дождь подержал, да? Блять, на одну, на 50 тысяч взял, мне тачки. Бля, ну... Тачка была бы пизже.
Бля, я бы честно от Rockstar еще хотел бы игру какую-нибудь, ну вот реально 60-е, 50-е, чисто мафия там и так далее. Я от Rockstar хотел бы, блядь, Bully 2. Вот это Bully 2 тоже. Они еще хотели делать игру про агент вроде называлась, про спецагентов, типа тоже такую серьезную, такую British Game, такую чисто вылизанную, блядь, тоже охуенно. Просто они, сука, талантливые, пиздец, и сольные игры ты от них реально ждешь. Ну и дело-то не 50 лет. Ну да. Ну, бля, RDR 2 ожидания вообще ни разу нет, не разочаровали. Это имба вообще. Заходите. Я говорю, вы пришло тебе? Да, да, сейчас зайду. Ну да, он... Так не, агент, да, они давно уже похоронили его. Ремейк Манханта? Да не, типа... Хуй знает. Не, Манхант сейчас не зайдет. Типа... Да, факт. Да я, честно, когда вот недавно его проходил, ну да. Он прикольный, но не более. В детстве это показалось, ебать, я охуенно, типа, да ебать, я в детстве помню, купил диск, блять, думал, ну какая-то жесткая игра Rockstar, потому что, но, что настолько жесткая, я вообще не ожидал, блять. Я помню, как я узнал, что там, типа, ну, типа, я всегда убивал дефолтным убийством, а потом узнал, что там можно зажимать кнопку, и он, типа, по-разному, ебать, это да, блядь, там во второй части же добавили эти квиктаймы, еще пиздец прям, еще жестче было. Ну, во вторую я просто уже не шпилил. Да не, я вот проходил, как, блядь, там, со снайперки, когда в голову стреляешь, пиздец, что там с рожей происходит, это просто ужас, блядь. Я, наверное, до сих пор, ну, прям, чтоб вот такого не видел. Максимум резик какой-нибудь, но там с голова зомби, типа, а не человеческая, живая именно. Так, модный, тяжелый, боевой. Скрытный пилот, ебать. Вообще охуенная игра была, нет рокстеров про мафию, это Godfather 2. Вообще имбам. Godfather прикольно, мне первая больше понравилась, типа. Хотя я не проходил ее. Ну мы прохожее ограбление проходим, но мы с Радосом до этого играли со зрелами уже плейлисты. Ебало геймдева, когда выйдет GTA 6. А, да висит, просто не всегда получается, видишь, типа... Не всегда смотрю в чат. Пошли мне выходят игры с поддержкой ГБТ и все дела, так что мне кажется, 80-е, если их запихнут, будет не очень. Любая игра, любая игра, что, 80-е не было геев, блять, и прочих людей. Уже достаточно. Ну, кстати, солдат Фортуны, да, помню, тоже там жестко разъебывало, блядь. Это последний, да, который только нет? Ну да. Разве последний? По-моему, нет. Ну, как подготовительное, вроде да. А может, что-то еще там нужно будет сделать? Там 5 было, сколько мы делаем? Не, мне кажется, там так 5, это 5 подготовительных, а потом ограбление, разве не так оно идет? А мне кажется, 5-е ограбление. Ну посмотрим. Сейчас узнаем. Мне кажется, что нет. А типа думать, что 80-е сейчас не сделают, потому что, ну типа, там надо запихать меньшинство и так далее. Так, ну они сделают их, но просто сделают их как, ну, в то время, блядь, было. Возможно, там какие-то угнетения там и так далее. Ну, блядь, фильмы же про рабовладение нахуй снимают. Там 12 лет рабства и так далее, Оскара получают и ничего, блядь. Мне кажется, они в комичной форме это будут делать. Ну, наверное, да. Бать, десинкает нахуй, пиздец вообще. Ну да. Грязно, грязно зашли, да. Блять, ну эти-то ребята... Ой, блять. Эти ребята нормально просто рожу отрывают вообще. Они шутить не любят. Да. Ой, вертолет. Вертолетик, да. Бля, пацаны, я упал в воду, ебаный в рот. О! Опа. Ебать, что? У вертолета есть ракетница, пацаны, блять. По мне вертолет очередью прошелся. Ебать. Там, короче, Рева был на грани тоже, я так понял. Да, я тоже был на грани, я за машину успел сесть. Пиздец, 5% с куста, нахуй, ну это жестко, блять.
Тут так. На самом деле есть шансик-то залиться нормально. Пока, Арсений, мы с тобой в плюсе. Да я там, чтобы ты понимал, я хотел заехать к вертолету, заехал с левой стороны, а там конец, и я, блин, в воду на тачке вылетел. Давайте так, я займусь вертолетом сейчас, а вы наземной группой. Химикал Пауэр, ты реально поставил 10 поинтов на то, что графон проебется и выиграл 42 тысячи поинтов? Ебать, нормально. Бля, давайте у меня тоже кинь ставочки, нахуй, нормальная тема. Типа, кто умрет или не умрет вовсе. А чё бы выиграл 10 поинтов, если бы графон не умер, охуенно. А чё, выгодно? Выгодно, выгодно. Я тебя здесь оставлю. Давай. Где ты? Где он там? А, вон летит, летит. Сейчас я его собью. Охуеть, блять. Берегись, ребят, берегись. Это кто? Это Раду, это Раду. Жалко, нахуй. Жалко. Ну, хотя не, ну Радоса, не-не-не. Шо, шо не жалко? Надо шо, бля, Сеня или Ревыч нахуй отъехали. А ты все сбил вертолет? Да. Сука. Ой! Опа! Тарарарам! Хорошо. Там какой-то гатлинг впереди, я не знаю. Так, а че вы роплите, ебаный в рот, я что, еще не умер? Нормально, Сеня, да знаешь, оно, как говорится, все в твоих руках. Ебал, Арсений, представились 15% дополнительными. Арсений, если ты сейчас не идешь первым, блядь, то я тебе под жопу гранаты буду кинуть. Тут гранаты убью, ну типа ты можешь мне под жопу гранаты кинуть? Ну, он может твою машину взорвать. А чё, какая ставка была? Я если говорю, ставку с 5 вариантами, будешь. Заебатая тема. Какая разница, я же гранату могу кинуть. Типа ставка, кто умрет, типа, неси. Типа я, Сеня, Раду или Рева. Ну, или не умрет здесь... вовсе. Ну давайте выстрелим в Арсения. Давайте проверять не будем. Не, Friendly Fire тут нету, пацаны. Ой, ну да, типа, тут нормально все в этом плане. Нет, так если у всех будет минус 5, то это 25, типа, так же. Это обнуление. Да. Блять, чел поставил 340 поинтов, выиграл 12. Куда мы залезли? Там такой наем идет сейчас. А куда вы, пацаны, нам же? А ну аккуратно заходи, Миша, блядь. По тактике тут за стеночкой. Да, 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 конечно, бля, пацаны. Раду просто объехал в стройку. Раду Сеню просто специально так это, сторону Сени так ставит. Блядь, у меня оружие поменялось, блядь. Я забыл, как его менять. Вертолет, ребят, вертолет. Ой-ой-ой-ой, летит. Он у меня зажал. Я выжил. Бля, он за прибытием, за укрытие, парни. Сейчас я выстрелю. Я сбил. Хорош. Да, да, у меня тоже фризит, не знаю, в чем проблема. Надо кадры залочить потом. Может быть, в этом. Как зумить в это? Ой, блядь! Так что? Колесиком. Меч не зумится, снайперка не зумится. Ну, там может да зумить. Ебать, там какой-то вообще... Джон Траволта, нахуй, какой-то, я хуй знает, блядь, стреляет. Блин, а что меня убило? Вот я вышел вот там, где сейчас... Вот блядь, снайпер что? Там у них? Снайпер, нет, возможно? Нет, мне прям очередь залетела. А нахуй мы пешком идем, если нам нужно доехать было просто к этому. Так, блядь, нас бы запушили, потом мы бы охуели в атаке, мне кажется. А тут внутрь надо заходить, не? Ну да, я же говорю, в ангар. Ты уверен? Но же вертолет же за ангаром. На крышу. Нет, ты уверен? А, его видел прямо? Ну я на карте видел. А, не, он вообще на пирсе. Он на пирсе, не, да? Так вот, просто вот можно внутрь заходить. От первого лица еще вот так, опа. А, ну хотя да, тут никуда не зайдешь, блядь. Я тоже там... Вот толкан вот только, вход. Блядь. Вот вход, пацаны. А, да все-таки надо заходить. Так надо или не надо, блядь? Да, надо, вот здесь у нас.
У нас рева нету входа там, да? А я вот здесь лестницу вижу, по-моему, тут можно пройти. А может он реально на крыше просто? Пацаны, блядь, сейчас минус 5 себе сделаем. Я не шучу, ебать. Они тут... Они бордированные, показалось. Так это ж просто КПП, блядь. Я прикрываю Арсений. Бля, как же тут ебут, блядь, куда я попал? Ты попал на базу Мэри Везер, блядь. Это пиздец. Эти ребята не церемонятся. Думал, проскочу, понял, быстренько. Все нормально, вроде всех убили. Они не всех. Ты забирай, наверное, вертолет. Да, забираем. Вас ждать? Да, ну, я думал, мы тоже полетим на нем. Ну там реву надо забрать с другого берега аж, блядь. Да не, все припаркуются нормально. Ой, да ладно, я на машине поеду. Там я... Да, 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 я ж про это, блядь, и говорю. Вертолеты нахуй. Пацаны, ну ебаный в рот. Я иду, Сеня. Какие тогда сейчас ебашим били? Ну так я знаю, тут же пулемет, блядь. Конечно. Да, иду, тоже иду. Ай, блядь, быстрее, Родос! Да я бегу же, готов. Я бегу же, блядь, меня-то ебашит тут нахуй. Его забираем или похуй? Ну, наверное, они... наверное, надо бы забрать, мне кажется. Ебать, опасно. Но сасно. Там вертолеты еще не летят, да? Но они на подлете только. Сеня, давай я на тебя 10 поинтов поставлю. Сел? Да. Так вот один уже над нами, Родос, ага. Так. Бля, ну и впитывает он нормально. У меня спереди какая-то гаубица вообще. Никогда, я какая-то ебанутая. Нормальная тема. Если хочешь, можешь на него развернуться лицом, я его уничтожу. А пока я пошли долетим к точке. Так, один упал. А, вон он, блядь. У меня не долетают. Да, у тебя просто, у тебя он недалеко стреляет. Да, у меня тоже, мне кажется. Вон, перед нами летит. Ага. А ночь. А, так и не спавнится, короче, я понял. А, хуй с ним. По лопастям своим не стреляя, они разве могут думать, что так упасть? Да не, нет урона, мне кажется. Лопасти вообще не особо дамажатся тут. Я как-то сбил вертолет в РП, блять, выстрелил мушкета по лопасти, но по маленькой задней. Найс. Ну это жестко. Да. Представляем, класс снайпер. Ну это вообще пиздец момент был, нахуй. Вы тебе сказали, ебать, не по РП сбил. Да, блять, они потом мушкет нахуй удалили, суки, блять. Как под нами вертолетик. Да, вот если мы летим в четвером вертолете, вертолет нахуй сливает и пишет, блядь, Раду умер, блядь, и свою. Не-не-не-не, если все умирают, то это отка, ну, типа, поровну, короче. Ему, да? Не, а, если, ну... а если умирает двое и пишет, что умер кто-то один? Виноват пилот, очевидно. Миша, ебаш винта. А мы сможем сесть? Полет с игроками, опыт, спасибо. Роугарус. Под нас гаубицы. Тут дело не в том, что а мы можем сесть. Может ли сесть Арсений? Вот такое. Нет, я имею в виду, что уничтожить типа написано. Да, ну если сейчас уничтожить их, и потом можно сесть. Я тут, пацаны, делаю все, что могу на этом вертолете ебаном. Да нормально, хорош. Где второй? Где-то вот спереди.
Мне кажется, можно сесть. А мне кажется, не дадут. Мне кажется, тоже не дадут. Ну, типа, они уже перестали спауниться, так что сейчас последнее мы ёбнем. А у тебя метка горит на земле, желтая? А он пиздец далеко, нахуй. Где он? Ну, ебать, так он, блядь, в городе, нахуй. Он там завис. Ну, попробуй сесть. Попробуем. А, не, он летит, но очень медленно. Он далеко от нас. А, сейчас, секунду. Я могу сесть, и мы его с ракетницы ёбнем, когда он полетит. Да, можно. Давай, так. Или на пулемете остаться просто, да и все. Не, ну нихуя видит. Ну да. Бля, вот черт нахуй медленный. Ну он медленный, но и летит сюда. Ну или можем полететь к нему. Да полетели к нему, блядь, заебёмся его ждать. Так быстрее, наверное, будет, да? Ну, оп, летите. Радосы наебали. Висит там. Бля, что, реально аж в городе, пиздец? Не, вон не в городе, нами. Вот он впереди. Он над нами, ага. Повыше надо взлететь, у меня не достают. Бля, я-то не могу стрелять, я ж с правой стороны. Я, бля, питаюсь. Чё? Найс. Перелетел немножко. Сейчас радоса лопастями так. А я в здании снимаюсь. Чтоб читеры мозги не ебали, Даша. Которые ищут нахуй через категорию специально. Ебаный спинец. Он какой-то деревянный. Да, он ебанутый какой-то. Хорош, пацан. Типа чуть-чуть дожимаю, его начинает колбасить. Окей. We got it from here. Подготовить. Какая бронза, блядь, что за говно? Блядь, что за блядь. Я там впитывал нахуй. Вообще, просто обокрали нахуй. Ну, короче, нет, это подготовительное задание, пацаны. Еще пятое подготовительное. Блять, подготовительное, да, жестче. Еще можем вернуть 5%. Да, ладно. Да ладно, реально. Да ладно, чего? Я думаю, что они добрые скажут. Да ладно, пацаны, мне не нужно эти 15. А графон зашел без приглашения. Графон заходит. Ты скачал, блядь? Я охуевший просто. А я типа, когда я пытаюсь как тебе подсоединиться, мне пишут, что лобби фул. А то когда ты создаешь игру, оно уже становится не фул, меня автоматом коннектит, блять. Вот так вот нахуй. Так, а что тут делать? Вот так-то нахуй. А. Перегнать пойдем. Пикап лабораторию просто и все, не привлекая внимания. Пф, легче легкого, блять. Включить во время налета, ими погрузить на угольный сервис, перегонный пикап. Бля, пацаны, мы вчера, кстати, тупанули. Надо было просто читы купить и заходить так же само в лобби, понял? Без приглашения. Точно. Бля, ебать. Гениально, гениально. Гениально. Тогда можно было бы вообще еще проще сделать. Не деньги зарабатывать в ограблениях, а начитерить их себе. На туре, блядь. Маска смешная, мне нравится. Почему Pussy Riot маски пропали, блядь? Почему за Pussy Riot маски, блядь? Да кастные. Ну потому что это, ну это потому что скрытные миссии, типа. Ааа, ебать. О, конечно! Блять, на улице дождь. Красивый дождь. А где моя тачка, блядь?
Мы все этажи сломали, на. Арсений взорвал. Возможно. Вот миску прошлой. Блять. Хейтеры. Чё, я к тебе сесть-то не могу, блядь? Чё ты не садишься, я буду. А у тебя видео, возможно, заблокировано, блядь. Не, вряд ли. Да хейтеры. Ну на М нажми там, не знаю. Просто ПТС-банда и друзья. А вот сейчас могу. Блять, крутился возле тачки. Я, блядь, нажимал на F, ёбаный в рот. Ты её не качал еще, да, вот это? Не, качал. Качал? Просто, да. Дальше не могу качать, потому что, да, маленький. Ну, я так понял, здесь, типа, как мне объяснили, здесь все тачки плюс-минус одинаковые по скорости, просто есть те, которые быстрее намного разгоняются. То, что ты будешь на этой тачке ехать, если ты будешь на ехать на каком-то джипе, они будут одинаковые в итоге. Охуенно, ребята, ну, я имею в виду при апгрейде, типа, имеется в виду. Если ты, типа, апгрейдишь всех. Я не шарю, то есть, ну, мне так написали. Может быть, имели ставки в виду... Ставки не будет, я не знаю, котлета ушел, да, походу. Ну, типа, какой-то класс машин одинаковый. А я Дмиф и так с вертикалкой играю. Я же говорю, у меня 165 Гц, ну, возможно, типа, поэтому проблема. ГТР старый, твоя Супра, это, типа, эра, типа, вот эти уличных гонок, они все одинаковые. Вот это хорош, Сеня, кстати. Нормально? Ну? Я минус 5 мешаю. Бать, броник даже разъебал немного. Ту же ставку? Ну да, на выживание, типа. Я РП Хантер, ебать, висит. Ты нахуя меня так оскорбляешь? Да хули по этим, блять. Я вот никогда не понимал, нахуя делать серпантины, типа, если можно просто дорогу вниз ебануть, да и все. Ну, чтоб копать меньше. Ну так наоборот же будет больше копать. Чтоб дороги были длиннее. Ну ладно, кто заруинит, в скобочках умрет. Ну да, типа, да. Попилить на этом, на строительство тоже. Да. Авария произошла, смерть. Бля, куда ехать вообще, типа? Капец, дождь, туман. На другой остров, ну точнее на другой это берег. Это финальная миссия? Да, блядь, нет, это подготовительная такой миссия. А, ну да, я не туда поехал. Причем шансы проценты же еще распределяли. Да, приедем. Ну так, бля, кто понял жизнь, тот не спешит нахуй. В гонке побеждает черепах. Блядь, или не доедем. Вот этот пацан точно не доедет, блядь. Так, ну все равно ехать в этот, да, в Human Labs. Да. Да, я тут подожду вас. Приехал, смотри. А? Приехал, смотри. Да, ну нет, я с тобой фикус, поехал, мой рекорд побил. Поехал. Ты че фикус, блядь? А че это за хуйня? Раньше этого не писала. Бля, сейчас бы на оффроде как сесть, нахуй, как ебануть. На жиге, блядь, да, какой-нибудь, ебать. Не, ну на жиге не уверен, блядь. Не, ну в смысле, если вот так вот чисто, как на ралли, знаешь, похуярить. А, нет, если как на ралли, то да. Так, подожди. А как это, оффроуд, это буханочка нужна, Сеня. Да, буханочка, это ебать. Ну, блядь. Да, походу вообще не всем нужно было ехать. А, не, нужно. Не, нужно всем сесть, пишет. Всем сесть, да. Что, и мне надо сесть? Да. А вы не можете выехать? Можем. Ну, выехайте ко мне тогда. Сейчас. Берем всех. Human Labs это вот. Да, конечно, я знаю, что здесь есть Жигули. Вот она. Ну, условные Жигули. Аж в город надо ехать. Уся, тихо. Ну, короче, на тебя метку стоит. Вы за него стоишь? Не-не, ты чё, блядь, она вниз, нахуй, по шоссе вниз надо ехать. Ну я, короче, на тебя метку ставлю, да буду ехать. А ты можешь, если я уеду, метка пропадает или оставляется? А ну отъедь. Я отъехал. Не, остается та же, там же не было.
Ну, короче, по шоссе вниз едьте. Ну, едьте сюда, потом по шоссе. Ну, или скажи, где мы поедем сразу туда. Ну, вот едешь по шоссе вниз, вниз, там, где разлетение шоссе, налево поворачивай. Короче, правый центр есть карты пометки. Под городом, блядь. Есть пометки сейчас, как стоит. В принципе, так и нужно. Мам. А ты же можешь, ты вроде тоже ставить метки или нет для меня? Да, ну, пассажир, да, вроде может. Да, я могу. И Миша. Там не на Human Labs надо ехать? Уверен? Кто-то спаслить там? Вот это ну, прям с языка вот... снял. Вы, кстати, музыка DMCA или нет? Да. Да, да. Я без радейки играю. Этот играет Леди Гага, не пашет, не только нахуй. Да, там и, Доктор Дре, блять. Новые песни тоже, которые вот популярные жестко. Как зовут этого типа, который вот была коллаба в Fortnite, там песня такая бомбезная. Этот Лил Памп. Не, рэпер не, какой-то. Прямо еще рофлили постоянно, если он, блядь, будет в Таркове выступать. Трэвис Скотт вроде бы. Трэвис Скотт, да. Его песни по КД тут тут, блядь. Я помню, когда в Таркове была обнова, блядь, мы башили, бля, Трэвис Скотт, еби, ебаный, бро. Я на заднюю дверцу смотрю, там дискач какой-то на стекле. Да, у меня норм, вроде бы все. А, ну там да-да-да, типа переливается что-то. Да, да. А, да, вижу тоже. Как, что, где там Родос? Да вон спереди. Вон ну, вот они на шоссе едем. А как бы въебал сейчас на минус 5. И 4 километрика, блять, поехали. Бля, пацаны, сделайте как я, поставьте себе мили. А я думал, что 2.5 и кажется вроде недалеко. А это не Human Labs. Сори, я перепутал Human Labs. А ты что подумал? Monkey Labs? Нет, тут снизу там есть лаба, вот эта химическая, вот метку ставлю. Я думал, это Human Labs. Нормальный опыт, зато за поездки дают, пацаны, четко. А ты ему тут по горе, давай направо сразу. Ох, блять, как бы нахуй машина сейчас концами не перевернулась. Сейчас точно в занос. В смысле, как... мы же нет, можно... Нет, в GTA-шке лишь можно, да, переворачивать. Нас переворачивается. А? Да. Это, кстати, с одной стороны, конечно, пиздец линч по физике, но с другой стороны, блять, зато по механике игры, что ты, как в старых версиях, не разъебался, типа, не перевернул тачку, не ебал. А спокойно перевернулся, поехал. В старых GTA-шках перевернулся, взорвался. А, да, и все. Куня у нас внутри. Ебашит. Так, ну тут вроде постелся. У меня пистолет с глушителем, все четко. А, у меня тоже. Так и шо? Ну, трансляцию. Так. А вы на камерах сейчас? Да, я управляю да. камерой. А мы все управляем, походу. Мне кажется, мы все управляем. Так вот, а как чела отметить, например? Ну вот один на КПП. На первой камере. А здесь типа тут... нельзя спалиться, да? Угу. А тут что, пойди, сколько камер? У меня 3 камеры только. Да, у меня тоже. Да, 3 камеры. Внешний вот, вор, бля, и зап. Внешний вот. Вор, да, и зап. КПП. А КПП а один, потом там перед лестницей один. И... Там еще ученые стоят. И все, ёпта. Так, надевай маску. А я могу этого глушителя снять со снайперки, стой. Расчистить бой для инсургента. Там нужно 2. 2-2, да-да-да-да. Надо подготовиться сейчас. Что значит 2-2 нам? Ну, убивать одновременно двоих. Да-да.
Вот я на КПП вижу, готов сработать. Дальнего. Правую, дальнюю, убивай дальнего. Дальнего, я давай. Все, четко. Вы не давите. Бать, вы долго его нахуй убивали. Я не попадал. Снайперку нужно получше, пацаны, купить. Вот чел, чел стоит справа, блядь, смотрите нахуй. Да, ну погоди, не трогай его. Да Родос! Почему? Не, не, нормально. А, нормально? Он же наверху стоит один. Ну мало ли. Ой, там, там машина патрульная. Ну вот, вот машина едет, и двое, вот двое стоят у меня вот тут. Да, двоих вижу. Так, наша машина проехала. Машина может палить, наверное. Ну, да, водилу можно снять, наверное. Да, пацаны, да, машину убивать, она сейчас ко мне выйдет. Ну, убивай, убивай. Радос, а мы тех двоих работаем. Я левого, ты правого. Так, я правого, готов. Водилу убил. Давай, раз, два, три. Хорош. Хорош. Чистая работа. А там еще один стоит, мужичок, блядь, но он далеко. Тут еще двое. Нет, наверху. Тут двое справа стоят, да, это опасно. Двое справа. А, так это вот ученые передо мной стоят, видите? Я нет. Вижу внизу только та дальнего. Ладно, иду вниз, короче. Да, два ученых я вижу. Давай я по левому, ты по правому. Давай. Давай стреляем. Ёбаный в рот. Подожди, я без глушителя. Пиздец, пацаны, блядь. Блять. Тут двое где-то еще. Или они наверху? Наверху, скорее всего. Или они под этой хуйней просто. Аккуратнее. Ух, на нас уходит. Давай, я правого. Все нормально, парень, прикрыл. А он перед нами охранник. Давай, я правого. Давай, я левого. Давай. Хорош. Еще на вас идет какой-то. Слева, слева идет, да. Наверху, наверху. Наверху. Он развернул. Не-не, убил. Хорош. Он уходит, да. И все, последний где-то вот тут на лестнице, ай! Блядь. Бля, лево, это был пиздец. Сейчас тут тоже наверху где-то. Последнего ёбните. Похуй, можно не ёбать. Там он где-то там наверху стоит, справа. Ему забраться как-то с другой стороны надо. Веришь, а он на вышке, походу, он на маяке вот этом, блядь. Судя по всему, я не знаю. Если блять выйдет и как спалит. Да мне кажется, он за зданием, блядь. У вас время есть и тут хап. Ну не на зданием, он за, на крыше, точнее. Ну ладно. Ща, попытаюсь его выйти. Ну его лучше подобить, на самом деле. Да погнали. Ну ладно, ладно. А, все, надо ливать. Да, 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 мы уезжаем. Завезли. Ну вот все, берем вот эту тачку и поехали. А не громко будет ли? Понятно, блядь. А, блядь, закрыто. А вот, вот это должно быть открыто. Прострелите стеклоиды и все, блядь. Угу. Ну ладно, то на который этот патруль ездил. Не вступайте в бой, надо спрятаться. Будет. Сейчас выйдем за территорию. А, все. Готовьтесь в кустике, если что, хэздать сразу. Где они сейчас по дороге должны выехать, нет? Ну вот, а мы уйдем левее. А я нахуй на этот, на X нажму, блядь. На какой там кнопке садится? Да, едут, ебать. Едут, едут. На контроле, пацаны. Блядь, блядь. Раду прячься. Радос, блядь, ты чё? Сорвали, мимо проехали, не свалили. А где ты там был, блядь? Прям под дорогой в палку. Хорош, блядь, хорош. Мастер маскировки. Бля, я упал с горы прям под дорогу, бля. Притаился. Под отбойником лежал. Нормально притаился. А, я покинул всех. Ну все, пацаны, салют, да? Не-не, стой, не надо. Да хотя не, блять, надо вот сказать надо. Увеличили на выше наши шансы тогда бы.
Какая бронза, блядь? Да, бля, какое золото, нахуй? Ну, вообще, ну это какая-то всё подкрутка, сделано, типа. Ты. Ну, у чела левел просто выше всех, блядь, подкручивает. Ну. Я сломал панель, между прочим, я хакерман. А мы с радугой как просто парой. А я как золотом. Да там это как это было? А я как без лошадей, ебать. Ну, вообще. Ну, у тебя медаль за отвагу за это. А, кстати, вот дают совет Арсений, короче. Ты заходишь в сингл, и потом обратно в онлайн, ты появляешься в доме. Ну это да, да, мне тоже совет. Ну и просто падают загрузки, если честно. Пока она работает, знаешь, не хочется ее ничего ломать. У нас тут две группы сейчас будет. Две на вертолете, две наземные. Кто куда хочет. Я вертолетом хочу быть. Я на земле хочу. Я, наверное, тоже на земле хочу. Мне все равно. А мне деньги верните, мне все равно. Ой, ебать, посмотри, самая сладкая часть ограбления. Бля, делёжка, ебать. Просто чел в соло 15% сожрал, нахуй, чонкер, блять. То есть реально у него будет 40, а у нас по 20, блять. Ничего, ничего, история все расставит. На земле интереснее? Ну я тогда на земле хочу быть. Это всё поздно уже. Да не, ну Рева играл, нахуй, нихуя, блять. А, ну ладно, если Рева, то базар. А может я на вертолете играл? Да ты эти ограбления по 10 раз проходил, мне кажется, не? Не. Не? Тоже по разу? Да, точно по разу. И вот в новое ограбление я только одну... А первую миссию судного дня проходил, больше я не играл ни во что. Holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the ground crew has what we're after. Ты чё, уже жук проценты расставил там, блять? Да, по 15 вам дал, пацаны. Блять, если так посмотреть, у нас будет пиздец 200 000. Да ладно, чё, ребят, не в деньгах счастье. Да. Я согласен. Главное посмеяться над тем, кто 5% потерял. А последние сколько там дают в последнем задании? Сколько денег? Главное, пацаны, что это вы, ну, типа, вначале проебались, а потом в следующих квестах там же больше будет, и там будет обиднее проебываться. Да, да. Это сейчас наше 5% Арсений забрал, а потом мы его забираем. А потом я отдам, да, там, может, и побольше. На дистанции все. Самое, 236 тысяч, нормально все равно. Ну... Давайте еще честны будем, когда подготовительные этапы проходят, хост тратит деньги. Так что, в принципе... 25 тысяч. Да, там написано. Да, пацаны, нормально потратить готовку, блядь. А что, сделай наземную группу? А, теперь наземную группу, да. Ты же, Лева, не против? Да, да, давайте. А, там пилот и стрелок еще есть, нихуя себе. Ну, хочешь быть стрелком, Миша, там... Не, я наземной группой хочу быть. Ну, хорошо. Если всех устраивает, то редим. Дай мне все равно. Пилот Радуга. Так а что я должен делать? Enter. Рейди нажми. Ну, а мне не дают за подготовительные миссии, я им за каждую подготовительную по 20к дало? Нам по 38 тысяч дало за каждую. Да. Ебать, вы шо, пацаны. Так это я лох какой-то, который, блядь... Не-не, в смысле, нормально все, Сеня, ты че? Даже не купил это, блядь. Начнем с того, что ты сам вызвался хостить вот эти все ограбления. Подожди, то есть вам дает за каждый... Блин, я в Рокфорде пойду. За каждый... За 5 миссий? За каждый этап нам 38 тысяч давало, да. Так это 200 тысяч, нахуй. Да, поэтому вначале так и раскидывало нам по 15%, а тебе... Понял, вот next не я, хочешь. Блять, Асеня, смазливый перс, конечно, чисто такой, блять. Асмодей чисто, блять. Да не, чисто чел, который вот 14-летние девочки в ТикТоке, блядь, говорят, какой он заебатый. Ну, блядь, подходит, правильно? Еще и с пауком, блядь, этот, что ли, как его, нахуй? ЧВК Редан, блядь. Да, думаешь... Ах, блядь. Нам же всем до Валькирии надо добираться все равно. Да, да. Ну ладно, ладно. Лампа села, да, да, я ее, к сожалению, где, вчера забыл поставить заряжаться. И сегодня перед стримом не так много ее зарядил. Ебаная. Не, Барсик не позвонил, Рева регал. Ой, не Рева, Сеня регал. Я, кстати, можно такую лампу взять? Купить? Это обычные LED RGB лампы с аккумуляторами настраиваемые.
Бля, там же в последнем хесте. Их много вообще всяких опыт. Разных есть. Типа, чем меньше урона ты получаешь, тем больше. Я же покупал себе вторую. Ну когда по тебе только маленько, ну похожего вида. Там, да, да. Те, кто с сумками, они деньги теряют, если по ним попадают. Бля, я помню, мы играли, и мы почти с первого раза прошли, но, по-моему, не, я не было. Проебался с парашютом и разбился, короче, когда мы к лодке шли, или кто-то другой, не помню. Там надо приземляться, реально, возле озера. И, короче, и потом мы раз 20 ее проходили, блядь. Да, и минималки залутали. Обидно было. Да, я бы какой-то нахуй маршрут, конечно, выбрал. Да, да. Через ёлки. О, трамплин чисто нахуй. Бочка нам. Даже не бочка, сальто. Опора была, если бы тачка бы взорвалась нахуй. Даже похуй, пацаны, уже бабки не забирают. Бабки не проблема. Ну бабки-то бабками, а ставочка-то у парней, блядь, горит. Там 10 поинтов человек поставил. Как показывала история, 10 поинтов могут принести все. Да. Естественно, сам челик заряжает рацию. Давай, Сеня, в режим лодки врубай насквозь наш. Да, бля. Нам есть такая машина. Но её нельзя на ограбление брать, я уже узнал. Да, да. Пизда. Ёбаный камень на. Санёк, блядь, притаился. Волтер Вайт. Ну, я думаю, да. Мы типа пройдем дефолтные, а потом будем уже присматриваться к новым. Ну да, там покупать эти. Базу типа там. Ну да, да, да. Базу нужно купить, да. Да не, висит это, блядь. Странная оптимизация да, под захват у GTA-шки. Бля, осталось только дверь вынести нахуй капот. Ой, траву надо вырубать, трава гасит всю эту тему. Траву вырубаешь, нормально, блядь, становится. Это я блядь, мотоцикл переехал. Мотоцикл переехал, ну. Это, блядь, причем, сука, забавная хуйня, реально, вот ты переезжаешь мотоцикл, он, сука, загорается, блядь. Я помню, в РП это ебать меня так подставило однажды, просто пиздец, блядь. NPC типа зажал? Да нет, блять, я типа, ну да, там я что-то около выбирался и начал это. Хотел съебаться быстренько, у меня что-то там колесо пробито было или что-то такое. И я по мотику проехался, и он как пизданул, блять. О, вы будете прыгать с парашютом, пацаны. О, найс. Только вам это, стрелка освободите одного. А, да, ладно, так, можно пушку. А его же вернёт. Впереди пушка. Не-не, у него пушка есть. Впереди пушка, да, нормально. Посмотрим, хомяк. Я не знаю, мы вообще планировали типа одним составом проходить, чтобы деньги давало. Но если деньги дают только за дефолтные, ну, может, будем свапать, да? Нажмите ее, просто до нас всего камеры. Нажимай, нихуя не происходит. Да. Надо повыше. Но у вас на самом деле интересная миссия сейчас будет наземной группы. А мы сейчас будем летать прикольно. И все? Мы вроде должны... Дефать, наверное. Вот, вроде отбиваться просто должны будем. Я не помню. Так, ну ладно, главное приземлиться, блять, нормально. А чё у меня, кстати, броник не полный? Выше надо, кольцо сильно высоко. Ну, потому что мы въебались на тачке. Там, в камень. Mm-hmm. Ну, когда падали с горы. Полетели, Мишань? Всё, полетели. Так, в лопасти давай. Это скрытый парашют, нормально.
А ну вот, когда они войдут внутрь Раду, нам нужно спускаться. Значит, рано открыл, очканул, блядь. Бля, я сейчас въебусь нахуй. Да. Так, Night Vision, какой Night Vision? На Night Vision. G, наверное, или на N. Не работает? Mm-mm. А на X или H? Опа, mm-hmm. Идеально. Она сама врубилась, да. А тут же нам стелсить уже Радон не надо, да? Снижаться. Не, не, не надо. Как я взорвать, типа прям кинуть гранату мне или чё? А я не знаю, где панель управления. Вот это типа хуйня? Сейчас, да, давай кину бомбу-липучку. Или у тебя, ты взял уже? Я взял уже. Давай. Как ее взорвать? F? Г. Да, найс. Так, там чело уже спереди. Надо от первого лица нахуй вырубать. Это клоус битвы. Да, он на полу там поднялся. Ёх твою мать, блять, а? Ох, жестко. Это перезарядка вытяжки быстрая, блять. Да. Вертолет надо сбить. Так, что-то вот тут. А, просто дверь. Минус броник, блядь. Салам алейкум. Вертолет над нами. Да, да, вижу. Перед нами. Ой, не туда пошел. Последний. А, увижу. Ну, чисто Splinter Cell, ебать. Да, 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 от первого лица еще охуенно вообще. Атмосферненько, так сказать. Броники, блять, улетают, я хуею. А, при синхронной мишень. Готов? Куда? Так, синхронно. А, вижу, ага. Да. Так, давай раз, два. Нажми, есть сначала, потом. А, сейчас. Готов? Давай раз, два, три. Так, вертолет над нами, я не могу дотянуться. Найс. О. Ага. Изи. Награда, дело для двоих. И лифт, блять, есть. А где он нахуй до этого был? А мы сейчас все вниз едем, походу, это не конец. А, сюда еще канал, походу, и правду. Ты отлетаешь, чтобы эта машина заново спавнится. А, ты думаешь, так работает? Не, не. Подойди, вижу, вертолет, вижу. Вертолет, давай вертолет прямо под нами, над нами, вижу, перед нами. На стоянке обычно. Вот еще один летательный аппарат. Да ёб твою мать. А у тебя есть тени этот ПНВ? Не, не, ПНВ нет, уже не по ней видно. А, на пробел под воду просто. Ага. А я не... Как плей, блядь? А, shift, shift, и... да. Еще типа, вперед это вниз, а назад это наверх.
А погоди, а почему, блядь, я умираю? Я умираю! Гэнэжми, но я не... Там маску нужно надеть. Я, блядь, был в ней! Пизда! Не надел? Ебать хуйня! Я нажал Г, у меня исчезла эта хуета, блядь! Ёб твою мать, блядь! Пиздец, блядь! Бля... А я плыву нахуй, как ни в чем не бывало, блядь! Ёбаный в рот! Ну, быстрый перезапуск, парни. Да, Миша, ну ты мне должен. Схуяли, баня-то упала. Не. Ну ты проебался. И чё? Ну, проценты уже расставлены. Не-не-не, на следующей катке ты чё думал? Фу, блядь, старичок, нахуй. Блядь, и мы чё, отсюда прямо? Да хорошо, что хоть ехать не надо. Ёб твою мать. Бля, пацаны, ну это пиздец. Блядь, ну я, бля, буду. Нажал кнопку Г, исчезла эта хуйня, блядь. Я нахуй даже не знал, что я, блядь, задыхаюсь. Бля, жалко, что они сделали такой унылый геймплей, нахуй, за летчиков. За второй, да. Пиздец, просто сидишь, когда нихуя не делаешь больше. Ну да, на самом деле мы тоже нихуя не делаем, просто бежим вперед, стреляем. Бля, ну у вас хотя бы экшон, а тут я сижу на месте, ничего не делаю, блядь. Ну согласен, но поприкольнее. У вас там нужно и взламывать, и в ПНВ ходить, и маски дыхательные надевать. Это надевать, надел, блядь. Что такое надел маску, блядь? Сука, блядь. Да там еще темно, блядь, как в жопе, нахуй. Не видно, надел ты ее или нет, блядь. Ну я тоже не видел, я просто в душе, у меня воздух медленно заканчивается. Я такой, типа, ну заебись. А я пытался едой отхилиться, я уже только нажимал таб, блядь, чтоб це нахуй прокликать, но не успел. Ну, блядь, кого-то миллионером сделал, получается. Да, сделал. Кто поставил 10 поинтов и выиграл? Пишите в чат. Все, прыгаем. Ай, блядь! Хуя себе. Страшно, блядь. Я прям туда нахуй сразу, блядь. Блядь, я сейчас так, ебусь оп. Такой. А я шип нажимал, чёрт. Ебать, красота. И у меня ж пулемет, блядь, есть, да? Давайте с пулеметом нахуй. Она, кстати, заметьте панель управления, мне кажется, ее просто можно расстрелять, нахуй. То есть, не-не-не, я пытался. Да? Вот тварь, блядь. Или давай я. У меня давайте, есть. Давайте я вам взорву. Свет, блядь, дали ачивку. Ты самое печальное, что они типа убегают и стабильно тебе патрон дают, блядь. Да, да, ну у них там автоим, блядь, на это, грубо говоря. Нихуя держит выстрелов, вообще забей, блять. Да, да. А ты мышку не можешь ниже, да, пойти? Не, могу, могу. Просто их не вижу. Секунду, сори. А я тебе мешаю, когда я вообще летаю или нет?
Ну, задом не могу смотреть. Так-то не особо мешаешь. Давай, раз, два, три. Ага. Четко. Так, сейчас я его по-гангстерски встречу с двухстволки, блять, этого чела, нахуй, в лифте. На, нахуй. Ой, блять, ой-ой-ой. Нельзя плечо менять здесь, кстати? Можно вроде бы. Но как? Вот это я хороший вопрос. На тап. Не на тап, блять. На Q? На Q прижаться к стене. Так, смотрю, блядь, на маску. Вот, а как ты? Г нажал. Во, блядь, вот сейчас у меня есть маска, нахуй. А у меня нет. А, подожди. А чё она у меня заканчивается? Ладно, дыхательные аппараты 4 мне показывают. Наверное, она перезарядится. Там перезарядится, да, их несколько. Просто вот чё, она не полная у меня. Из-за того, что типа в прошлом взяли? Не знаю. Ебать, Мишаня, как ты нахуй так топишь? Пловец, блять. А я хуй знаю, у меня плавание, возможно, прокачанное. Ебать, ты очень быстро. А я с ножом еще плыву, может, это тоже плюс дает. Типа, перк-рыбак, блять, не знаю. Бля, на Г говорят обновлять аппараты, но мне кажется, это наебалово нахуй. Он автоматически обновится. Все, хорошо. Сычара, бля, русик. Г, блять. Ебать, так под водой можно хуяриться, реально с ножа зарезать. От первого лица еще быстрее плыть. Да, нахуй неудобно. Бать. Не, кстати, я в охуях, ты реально очень быстро выплыл. Ну, у меня, возможно, качанное плавание просто. Ракета еще не прилетела. Еще одна вертолет над нами. Да, высоко пока он. Пец он стреляет, конечно. Ямакаси. Так, я выплыл нахуй. Так, это сигнальная, это укороченный же этот. Не, погоди. Первая вода быстрее плывет. А как сигнальную хуйню запустить? Допустим. Okay. Ну просто чтоб ребятам проще надо мы было вас найти. Не видим. У нас радар отключен. У тебя есть сегодня эта хуйня, блять? У меня нету просто. Посмотрим. А, нет, есть сигнальный пистолет. Вот во-во. Слева спереди. Все, есть, есть. Левее, левее. Перверк сейчас будет, пацаны. Да видим, видим. На голову прикинь, пойдет загоришься. А может, кстати. Да, да. О, все, ГГ. Сейчас вертолет загорится. Сейчас нахуй винтом. Блять! О, я успел! Я не успел. Хуёво себе. Так куда ты? Наконец-то. Это ужас какой-то. Я думал, там можно, ну, пересесть, типа. Так слева, реально, да, ведь можно привыкнуть к Галагере. Слева направо это команда была, шоды. Бля, да, и вправду. Это лёд спереди. А как с первым, пацаны? Не забываем дыхательные маски. Уничтожьте вертолёты. Это же Рево, у вас с Жаком Фреско были граффити, да? Да, да. Охуенные вообще. Под нами.
Не достаю его уже. Хорош. Вертолет реально деревянный, пиздец. Да, почему нельзя ёбнуть пилота? А, можно, ладно, я убил пилота. Да все равно взорвем их, блядь, чтоб наверняка. Ну, кстати, это реально на FT боеприпасов меняется. Сейчас нажму. Ебать. О, серьезно, слушай. Я уже затянулся на самом-то деле. Почему, почему? Сука. В последний момент осознал, что это. На F-раду можно режим винтов поменять, быстрее полетим вперед. Бля, вот бы в GTA-шке еще все вот эти объекты, как Джаскаус разъебывались, бля, вот это пиздец бы был. Как ты решил, ты широко выиграл 1 250 000, ты выиграл в казино? Крутка или чем? Или Black Jack 12 часов ебать. Зачем? Просто чтобы круто было. Чел за Москву шел, просто сидел. Три недели миллион крутил в рунетке. Не, ну я вот с 50 000 300 тысяч поднимал, а потом все въебал. Это база казино. Now apparently all you gotta do is give him a couple bucks and a few kind words. I guess there really is no accounting for stupidity. But and I'm serious now, as stupid as you are, you are not. Блин, а вот этого мужика же в первой миссии убили. Да нового, блять, нового надули. For God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Какие хули? Вертолет взорвать? Ну да. Да. Сейчас будет. Кадр сейчас будет. Ебой. Ну просто если кинуть гранату в вертолет, он же не взорвется. В смысле бронза, блять? О, да, блядь. А что да, то что ты сдох. Надо было дышать меньше. Да маска тупая, блядь. Миллион, это чистый доход. Вот без быстрых перезапусков. Ну это мы проебали. О, ну зато я выполнил ограбление в первый раз, и мне еще накинуло. Я тоже, да. Блядь, могли без быстрых перезапусков на самом деле пройти. Ну, блядь, да, там, там одна ошибочка, и мы ошиблись. Да, в самом начале фирмы. Как в песне ТП на Эми, блядь. ТП отменен. Так, а интересно, мы там будем сейчас в баре бухать или что-то такое? А, ну меня уже кинуло нахуй в какой-то лобби, блять. Да, да, да. А вас не, вы не бухали только что в баре? Я бухал. Нет. У меня белый экран. Нет. Я бухал. Походу, тот сообщение, кого мы увидели, это, блять, приверженец чужих, нахуй. Он извинился, что решил нам игру крашить хуям, блять. У меня белый экран тоже. Да, 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 у меня тоже. Похоже, мы часть матрицы. Блядь, сел, у меня тип пьяный за рулем, я въебался в стену, мне одну звезду дали, блядь. Нормально? А не, во, мо, мы бухаем, о, нормально. Бухаем, ванили еще на. Real class.